Дети-магнитки продолжают радовать магнитогорцев теперь и театральными премьерами. Пластический спектакль «Снежная королева» сменил мюзикл «Невероятные приключения коротышей». Более 100 маленьких артистов вокально-хореографической студии от 7 до 13 лет талантливо воплощают на сцене задумки профессиональных театральных деятелей из разных городов. Но адресован спектакль прежде всего детям, продолжит Елена Ткач. То, чего так долго ждали, свершилось. На сцене Дворца культуры имени Серго Орджоникидзе хореографическая студия «Дети-магнитки» представила свою новую театральную работу – музыкальный спектакль «Приключения коротышей». О дружбе и взаимовыручке, храбрости и внимании, отзывчивости и честности рассказывают со сцены маленькие артисты, прежде всего своим сверстникам. Сегодня по-настоящему ответственный день. Мюзикл открывает цикл показов для широкой публики. Впервые в зале в большинстве своем детская аудитория не старше 12 лет. Кто лежит, лежит, не служит, он храпит, кто периной своей дорожит, дорожит, тот смешон, ха-ха, тот смешон, опять тот не может быть коротышом. Пластика, музыка, свет, невероятные декорации. Без назиданий, искренне и легко. Взрослая команда созидателей. Художник Алексей Ватяков, сценарист Константин Попов, композитор Николай Романов, режиссер Виталий Кошкин и мощный педагогический коллектив во главе с неиссякаемым хореографом Светланой Поповой смогли найти тот тонкий баланс, когда по-взрослому профессионально и по-детски сказочно. Нам очень важно увидеть, какой отклик получат сегодня, как ребята воспримут сегодня, как дети воспримут, потому что когда мы делали, естественно, это вот адресовали им, и нам очень важно, чтобы каждый ребенок сегодня с мероприятия ушел с улыбкой на лице, чтобы в сердце у каждого поселилась та идея, которую мы несем своим мюзиклом. Спектакль работает в рамках благотворительной программы «Дети детям», которую уже не первый год патронирует фонд «Дети-магнитки». Благодаря этому проекту «Приключения коротышей» смогут увидеть бесплатно сотни детей нашего города из коррекционных школ и садиков, многодетных семей и, конечно, дети с ограниченными возможностями. Именно для наших детей все мы воспринимаем через музыку. Они чувствуют, хоть они и дети инвалиды, они очень чутко чувствуют. Они прям вот с удовольствием смотрели, восприняли очень хорошо. Музыка и танец способны творить чудеса. В это верит каждый, кто сегодня выходит на эту сцену. И зрителю спектакля «Приключения коротышей», который обязательно станет любимым, остается только смотреть широко раскрытыми глазами и вторить главным героям. Верь, и у тебя все получится. Елена Ткач, Виктор Исаев, телекомпания ТВН.